30 мая отмечается День желтых от одуванчика носов. Ведь как раз весной пушистые зеленые поля покрываются цветами и позволяют нам наслаждаться ярким цветом и заряжаться хорошим настроением. В честь этого праздника мы спросили у жителей города Пересвет, что они знают про этот цветок. Здравствуйте, а почему одуванчик назвали одуванчиком, как вы думаете? Не знаю. Как-то с солнцем связано, не знаю. Они называются одуванчиками, потому что они разлетаются. А что тогда вы в детстве делали с одуванчиками? Есть какие-то у вас истории? Мы брали одуванчик, срывали и сдували. Ходили с бабушкой по полю, собирали одуванчики и плели. Есть, я не ела, если вы к этому клоните. Есть, я не ела одуванчики. Свистульки, да. А я в детстве жила в Казахстане, а в Казахстане одуванчиков нет. Наши респонденты дали нам очень забавные и интересные ответы. Ну а вам мы желаем такого же солнечного настроения, как цвет одуванчиков. Александра Зайцева, Глеб Власов. День города.